Всем привет, 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 привет! А я тут вспомнила о моих любимых бусиках. Вот с такой обалденной большущей бусиной. И, в общем-то, мне пришла в голову одна идейка. Хочу попробовать. Сейчас я разберу эти бусы, сейчас я развяжу это все и попробую что-нибудь сделать. Что-то мне так хочется. Так, тут этот шнурок не выдержал, порвался. А вот когда я его пытаюсь разбирать, так он такой крепенький, прям держится изо всех сил. Ой, сыпется так некрасиво, что-то сыпется из них. В общем, я, ну, как-то так вот бывает, да? Когда все складывается воедино. Я вспомнила про эти бусы, вспомнила про эти шапки, вспомнила, вот он у меня уже полгода валяется вот в таком виде. Это обычная мемори проволока поверху с надетым шнурком. Вот единственное, что от чего я буду зависеть, это вот пройдут ли эти бусины, ну хотя тут в принципе приличные такие дырищи, пройдут ли они сюда. Ага, вот что сюда не пройдет. Вот сюда шапки не пройдут. Ладно, сейчас будем смотреть. Я думаю, как? Я думала положить вот этот шарик, два вот этих, два вот этих, два вот этих и два вот этих. Думала сделать вот так. Ну, во-первых, это получается очень длинно. Потом я думала сделать просто вот так. Вот три вот таких шарика через вот такую проставочную бусину. Сейчас я вытащу. Я покупала эти бусины специально для того, чтобы прятать соединение. Но попробовать-то можно. Да, вот такие не очень яркие. Ну вот, положить между ними, ну вот, вот так, да, поставить вот эти бусины между ними и сделать вот так три. Здесь интересно, одна бусинка более пятнистая, остальные нормальные. А потом я думала, может быть, оставить вот эту бусину и сделать сатуар такой с шариком. Я у Шуры Хэнс видела такой сатуар плетеный. И попробовать сделать вот так. Вот, кладем одну сюда, две вот сюда, две вот сюда. И две вот сюда. Ну вот, вот так. В общем, сейчас я попробую. У меня как раз 4 шапки, но шапки, я так поняла, мне сюда не подойдут. Либо мне придется снять и ставить просто в сами бусины вот этот вот шнурок. В общем, сейчас я подумаю. А вот это вот дело я думала оставить на сережке, сделать вот такие деревянные, ну, добавить фурнитурки какой-нибудь, сделать. Жалко. Вот эта бусина потерялась, я бы сделала, конечно, из двух бусин. Ну, одна бусина потерялась. Вот сейчас я буду сидеть и думать, как же мне его так воплотить в жизнь. Попробую сейчас я. Ну, во-первых, я попробую сейчас надеть, наденется или нет. Не хочет. Хотя дырища здоровенная, видишь, не хочет. Там внутри что-то мешает. Так, а ну-ка эти. О, этот наделся. Так, а ну-ка, давайте-ка попробуем. Тут один шарик был такой мятый, вот этот более мятый. Значит, вот этот не мятый, мы его и попробуем. Угу. Ну вот, ну почему так? Так, раз. Два. Это ж так красиво. Так, теперь поменьше. Ну вот я думаю, может быть, мне здесь и не нужны никакие шапочки, никакие бусины. Так. Неудобно эти бусины надевать, ну куда деться. Так. За счет кривизны этой, как ее зовут, вот этой мемори проволоки и пустоты в бусине сложно попасть туда, куда хочется. Так, а ну-ка. Так, раз и два. Все, налезли все. Кстати, вот эти можно попробовать вот здесь с краешку надеть, вроде бы прикрыть. Но они, конечно, болтаются, под них надо еще что-нибудь ставить, какую-то бусину надевать. В общем, это получилось вот так, а вот эти бусины у меня остались.
Ну, даже не знаю. Ой, там внутри в этой бусине чего только нет. Не знаю я, как быть. Или поставить просто три бусины, еще вот это убрать и оставить вот эти три. Но большая бусина не налазит, жалко. В общем, не знаю я. Но так они мне нравятся, такие они классные, эти шарики, такие прям прелесть. Жалко, шапочки не могу надеть. Очень жалко. Было бы, конечно, красиво с такими шапками. И я еще приготовила вот такие бусинки проставочные, думала их использовать. Но тут дырочка, конечно, очень маленькая, сюда не налезет. Ну, не знаю, сейчас я оставлю вот так, подумаю, что с ними делать, а потом закончу и покажу, что у меня получилось. В общем, все, закончила. Не стала я оставлять на завтра, стала я нанизывать бусины и поняла, что у меня таких бус еще нет. В общем, сделала я бусы вот таким образом. То есть они будут, вот это будет лежать в ямочке на шее, а вот это будет висеть чуть ниже. Вот, конечно, как они у меня получились, как они на мне сидят, как они на мне выглядят, я вам, конечно же, покажу. Я использовала две бусины, вот среднюю бусину, да, их у меня было две одинаковых, одна вот такая пятнистая. Ой, наверное, надо было все-таки пятнистую использовать. Ну, ладно, переставлю. Вот, а вторая самая маленькая, которая у меня была. Да, я переставлю, так оно будет интереснее, конечно. Вот, видишь, не обратила внимания сразу, вот и поплатилась. Но ничего, это не проблема переставить. Сейчас все поменяем, все будет красиво. Вот такая красота у меня получилась. У меня таких бус нет, очень мне хотелось такие бусики. А вот эти бусины, я действительно эту бусину оставлю для сатуара. Я все-таки хочу попробовать сплести. Есть у меня какой-нибудь там бисер, попробую. Это я попробую сделать, такие вот, на вот такие вот бусы, как с узлом. В общем, интересно мне сделать. Может быть, даже коралл. Я не знаю, я подумаю. Вот, и остались у меня еще бусины. Вот на такие бусы. Да, будет логично, если вот эта бусина будет лежать здесь. Эти бусины более близки по цвету. Ну, надо же, какая я неумная. Вот. Ну, я сделаю, но эти бусы я сделаю немножко в другой манере, но, в общем, бусины остались еще. Я так довольна, я так рада, у меня теперь есть такие бусы интересные. Сейчас я переодену и покажу вам окончательный вариант. Ну, все. Вот окончательный вариант. Я надела сюда эту пятнистую бусину. Да, она смотрится гораздо интереснее, чем вот эта однотонная. Вообще, эти бусины, они такие классные. Особенно вот эта огромная, так ее приятно трогать. Вот. А еще я думаю, я, наверное, все-таки из этих сережек сделаю сережки. Вот, а вот эти три бусины будут участвовать у меня в бусах. И будет это вот так. Заканчиваться будет вот этими бусинами под медь, под золото, под старое. В общем, разберемся. А эти пойдут на серьги. Вот. Есть еще вот эти бусины, которые тоже мне дополнят серьги. И будут у меня серьги для двух комплектов. Ну, вот такие бусики. Фотки, конечно, я добавлю и на мне, и на Марусе. Может быть, даже получится видео снять. Вот, интересные бусы, таких у меня не было. Ну вот, теперь будут. Ну все, спасибо вам за внимание. Все, пока. Всего самого-самого наилучшего.